Привет, меня зовут Анна Козлова, и сегодня я хочу поздравить с прекрасным праздником чемпионат «Открой рот» и лично Михаила Фаустова. Несколько раз, если точно, то два, мне довелось быть в жюри этого чудесного мероприятия, и я была в полном восторге. Я считаю, что вы делаете очень важное, очень крутое и очень нужное нам всем дело, потому что в той реальности, в которой мы живем, людям и написанные на бумаге тексты, в общем, приходится читать по много раз, и многие все равно ничего не понимают. А уж открыть незнакомый текст на кем-то заложенной странице, мгновенно в него включиться, понять его смысл и прочитать – это высший пилотаж. Я желаю чемпионату «Открой рот» долгих лет, всяческих успехов и только вверх, в геометрической прогрессии. Пока.